После того, как фильм о внутреннем христианстве и о русской культуре был выставлен на многих сайтах, мы за время Великого Поста получили большое количество вопросов именно через интернет и рассортировали их по темам. И вот первый наиболее встречающийся вопрос. А как сегодня можно было бы свидетельствовать веру православную? В Отечнике святителя Игнатия Брянчанинова о Абаве Исхирионе, старце высокой духовной жизни, сказано так. Однажды монахи скита, собравшиеся у него в келье, задали ему вопрос. «Ава, ну а что вы сделали?» Имея в виду, значит, подвижников 4-5 веков. И Авва Исхирион ответил, мы исполнили заповеди. Тогда ему задали второй вопрос. А что сделают те, которые будут после вас? И он ответил, они сделают половину нашего. И тогда ему задали третий вопрос. А что сделают те, которые будут после тех, то есть последние? И Авва Исхирион ответил, они ничего не сделают, потому что тогда будут такие искушения, что оставаться в вере будет уже подвигом, за который они получат венцы выше наших. Мы, несомненно, христиане последних времен. Так как нам сегодня проверить веру нашу?
Так вот, надо устроить себя так, чтобы вера стала целью и смыслом всей нашей жизни. Чтобы вера стала силой души. И тогда придет ощущение живого Бога. Придет потребность искать Бога, идти к Богу, жить с Богом и в Боге. Правда, исповедник XX века, преподобный Севастьян Карагандинский, говорил: истина ликует тогда, когда за нее умирают. Замечательнейшие слова. Но это еще надо заслужить. А пока мы всего лишь стараемся приспособить духовное учение Христа к плоской жизни сегодняшних дней. И хотим одной идеологической причастностью проскочить в Царствие Небесное. Аминь. Очень много вопросов на тему, что такое зло и как с ним бороться. Зло не имеет самостоятельности. К тому же оно не вечно. Зло в промысле Божьем. И Господь так устраивает, что проявление зла в мире видимом оборачивается для человека благом в мире будущем, в мире истинном. И потому никакой борьбы добра и зла быть не может. Ведь если Христос по милости своей разожжет в нас огонь любви, то мы не увидим никакого зла ни в людях, ни в окружающем нас мире. Ведь жизнь во Христе – это жизнь вне зла. Аминь. Отче, почти все просят продолжить тему о духовном возрождении России. Так называемое духовное возрождение России можно было бы сравнить с айсбергом. Видимая его часть – это десятки вновь созданных епархий. Сотня, а может быть даже тысячи отреставрированных и вновь построенных храмов. Духовная литература издается многотысячными тиражами.
невидимая же часть айсберга – это огромные глыбы льда, скрытого под водой. Это многомиллионная масса простого русского народа, переполненного сегодня материальными заботами. И потому все устремлено на удовлетворение тленного естества. Но сквозь этот плотный асфальт плоской жизни пробиваются ростки религиозного сознания. И все же жизни христианской, то есть последование Христу через исполнение заповедей Его, через стяжание добродетелей и борьбы со страстями, через строгое исполнение всех постов, такой жизни в широком масштабе, к сожалению, нет. В стране, несомненно, поменялась идеология. Вернее, ее внешняя вывеска. То есть поменяли Маркса на Христа и успешно приспособились к новой идеологии. Но вот священномученик, архиепископ Илларион Троицкий в своей книге «Христианство нет без церкви» пишет, что христианство не есть учение, которое принимается умом, но христианство есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собою, что их единение можно уподобить единству лиц Святой Троицы. Вот такое-то единение всех верующих во Христа и образует Церковь. И далее он продолжает. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Аминь. Несколько вопросов мы объединили в одну тему и озаглавили ее «Что такое ангел-хранитель?». На иконе моего ангела-хранителя весь лик его был исцарапан. Видимо, кто-то когда-то, богохульствуя, хотел осквернить икону и испортил ее гвоздем. И лик у ангела чрезвычайно скорбный, но очень волевой и мужественный. Ведь когда я жил в миру, он 48 лет бился с черной силой и отстоял мою душу. Сам же я был на стороне врага и своими грехами и пороками призывал все новые полчища бесов. И, становясь во главе их, воевал против себя же самого. Это было безумие. А он, мой ангел-хранитель, был один в поле воин и выстоял. Когда мы читаем молитвы ангелу-хранителю, то вознесем славу
этому мужественному воину, получающему в награду душу человеческую, которую он отстоял. Ту душу, которой не стоит все богатства мира сего. 15 лет тому назад моему ангелу-хранителю был послан в помощь монашеский ангел. Но и бесы усилили натиск, ведь каждому монаху представлено 6 рогатых. Когда Господь призовет меня, мы встретимся лицом к лицу с моими ангелами. И я поклонюсь им в ноги. И они поведут меня ко Христу через последние испытания, через воздушное мытарство. Аминь. Отче, есть и такие вопросы, как, например, ваше отношение к людям, живущим вне церкви. Жизнь мирская, какая бы она ни была, счастливая или несчастная, в конце жизни оставляет в душе человеческой лишь горький осадок прожитых лет. Удовольствия забываются, а неудовлетворенность прожитой жизнью возрастает. Но в старости люди уже практически изменить свой духовный строй не могут. Слишком тяжелый греховный чаш. И остается лишь животный страх смерти, о чем написано крупными буквами в глазах почти каждого пожилого человека. Мы все внешне выглядим довольно благополучно и даже благообразно, и стараемся изо всех сил поддерживать эту внешнюю мишуру, в то время как внутри исполнены сплошных тайных пороков, грязных помыслов, скверных похотливых желаний и плотских услаждений. И тогда, только тогда, церковь спасает нас от полного отчаяния, духовного одичания и одиночества и откровенного безумия. А если мы игнорируем церковь, то и остается только одно – ждать, когда придет та с острой косой на плече и вскроется наше внутреннее, и смердению, и зловонию этому не будет конца, и вырвется наружу истошный вопль о потерянной и напрасно прожитой жизни. И эта тоска беспросветная есть ад, который продлится в бесконечные веки веков без какой-либо надежды на избавление. Аминь. Некоторые вопросы мы совместили и объединили их в один вопрос. Например, о спасении и послушании,
и их зависимости. Сегодня духовная литература в стране издается большими тиражами. Да и народ наш довольно образован и начитан. И потому многие мнят себя духовными путеводителями и спасителями самих себя, забывая о том, что Христос познается не через чтение книг, а через тайнозрительный опыт, который приобретается долгими годами тяжелейшей брани с духами злобы, скорбями, долготерпением, постоянной, непрерывной молитвой Иисусовой на устах, в уме и в сердце, а главное, беспрекословным послушанием своим духовным наставникам. Ведь без послушания человек постоянно творит только свою волю, а самостный никогда не приблизится к Богу. К сожалению, внешний мир сегодня только и держится на самости человеческой. И потому еще в IV веке патриарх Константинопольский Григорий Богослов писал: «Лучше учиться, нежели не зная учить». Аминь. Отче, многие просят продолжить разговор об образе и подобии Божием, начатый вами в фильме об истине и о любви к Богу. Бог создал человека по образу своему и по подобию своему. То есть мы являемся как бы автопортретом Господним. Но наш образ и подобие не есть тождество. И потому мы всегда должны помнить о том, что мы всего лишь холсты краски. Потому и сказал апостол: Бог верен, а всяк человек лжив. Это послание к римлянам, глава 3, стих 4. Это отрезвляет и избавляет от греха святотатства. Нам надо увидеть четко и ясно своего внутреннего человека, наше собственное «я», то есть прозреть на свою греховную чашу и постоянно помнить и твердо знать, что ничего хорошего от нас исходить не может. А если мы и творим что-то милостивое, доброе, щедрое, то это не наше, а Божие дело. Это Господь творит через нас, склоняя нашу падшую сущность к добродетели. Господь наш Иисус Христос начал свою проповедь на земле словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». А прийти к покаянию, не познав себя, свое истинное «я», которое мы усиленно прячем от всех окружающих и, в первую очередь, от Бога, невозможно. Не познав себя, не осознав себя насквозь больными,
потому как грех есть болезнь, мы не почувствуем нужды во врачевателе. А вне покаяния сегодня пути к Богу нет. Аминь. Тогда позвольте задать вам традиционный вопрос. Каким же вы видите современный мир? Сегодня все человечество, все 6 миллиардов людей стоят как бы на краю огромной пропасти. А над пропастью стоит Господь. И, простирая руки к людям, говорит: ну идите ко мне. Но люди не решаются. Почему? Отсутствие креста, которого в сегодняшнем мире многие нести не желают. Вот причина того, что люди не могут сделать первый шаг над пропастью. Готовы посещать храмы, читать Евангелие, даже проповедовать Христа, но взойти на Голгофу и сораспяться со Христом, таких в наше время немного. И они почти всегда не от мира сего. И вот один из таких решается и делает робкий шаг над пропастью. А там, в глубине пропасти, лязг и скрежет зубовный и огненные языки чудовищ адских. Но чем ближе Господь, тем тверже и увереннее шаги человека. И уже не слышно лязга зубовного. И еще шаг, и человек падает к стопам Христа и обнимает, и целует их. И ничего, и никого, кроме проницающего света и любви. И тогда уже не единицы, а десятки. Сотни людей шагают над пропастью. Кто-то споткнулся, кто-то упал и поднялся, кого-то все-таки угрызли чудовища адские, и он весь в крови, но продолжает путь ко Христу. Это образ цели и смысла нашей жизни на этой земле. То есть нам необходимо найти путь ко Христу. И через километры минных полей и колючей проволоки все-таки пробиться к Нему и спасти свою убогую душу для вечности. Аминь. Следующий вопрос такой. Читаю я его так, как он написан в интернете. Расскажите, пожалуйста, о скорбях, об их действии и об избавлении от них. Святитель Иоанн Златоуст писал: скорби — это наша школа,
в которой мы учимся духовной жизни. Из личного опыта, многолетнего пребывания в скорбях и тщательного их анализа назову несколько степеней силы скорбей. Первое. Простые скорби, которые, в общем, можно терпеть и даже молиться и славить Господа и Его святой промысел. Вторая ступень – крутые скорби, которые, в общем-то, тоже можно терпеть, но уже распластавшись на лежаке и призывая помощь Божию, покров Царицы Небесной и молитвенные заступления Собора Святых Ангелов. Есть камеры пыток, где человек лишается всякой надежды и помощи и готов подписать любой завет, лишь бы перестали мучить. И есть четвертая степень, которую я назвал откровенный садизм, при котором кощунство, богохульство, истерика и потеря всякого человеческого образа. Все четыре степени скорбей действенны до тех пор, пока человек их не принимает и пытается избавиться от них. То есть Господь подает нам крест спасения, мы же его отвергаем. Но, истязая тело, Господь просвещает сознание и возрождает дух, и отношение к скорбям постепенно меняется. Ведь истинное духовное понимание приходит только страданием. И потому святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Ничтожно потрясение скорбями, преддоставляемым ими познанием Бога». А преподобный Силуан Афонский говорил: мы страдаем, пока не смиримся. А лишь смиримся, то конец скорбям. Ибо Дух Божий за смирение извещает душу, что она спасена. Скорби отводят нас от всего внешнего и поставляют во врата вечности. Скорби подвигают к памятованию смерти и предстояния на мытарствах. Скорби – залог жизни в мире истинном. Аминь. Отче, многие просят продолжить разговор о России, о ее настоящем и о ее будущем. У новомученика оптинского иеромонаха отца Василия в миру
Игоря Рослякова, окончившего в 1985 году факультет журналистики Московского университета. Так вот, в его дневниковых стихах есть замечательнейшие строки о России. Этой теме не будет износа. Горло сдавит к России любовь. И по венам толкает вопросы, словно комья, славянская кровь. И все тянет за русские дебри претерпеть в предназначенный срок. Аминь. Как в наше время свидетельствовать Христа? А свидетельство состоит в том, что мир нас ненавидит, поносит, клевещет, оскорбляет, презирает, уничижает. И несмотря на все это, надо выстоять. Как Иоанн Богослов, стоявший у креста и свидетельствовавший Христа перед озлобленной толпой обезумевших фарисеев. А святитель Тихон Задонский писал: «Нет благочестивой душе в мире сем истинного дома и отечества, но везде изгнание и ссылка». И он же писал: «Будь в мире, как Лот в Содоме». Аминь. Есть несколько вопросов с просьбой рассказать о брани с бесами. Чаще всего враг рода человеческого использует 5 форм борьбы против православного христианина. Первое – запугать. Если не дрогнул, устоял, то пытается подкупить. Если и это не принял, переходит к надменью, где он большой мастер. Если это отверг, считая себя за прах и пепел, приступает к обольщению. Если же и здесь выдержал, постоянно помня о своем недостоинстве, включает последний рубильник – разжалобить. Только всегда надо помнить, что сами мы – ничто, и без помощи Божьей, без покрова Царицы Небесной, без заступления собора святых и ангелов враг в 5 минут разотрет нас, как плевок на асфальте. Аминь.
Отче, и еще один вопрос, который мы приберегли под конец, и который звучит так. Расскажите, пожалуйста, о духовном происхождении креста. В Ветхом Завете, в книге Бытия, есть такие слова. Лучше прочту, потому что боюсь, что подведет память. Это глава 13. И сказал Господь Аврааму: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Это стих 14 и 15. То есть Бог сказал Аврааму: перекрести эту землю. То же самое делает Иисус. Он проповедью Своею крестит всю Палестину. Вспомните, начал в Капернауме. У моря Галилейского ставит первую перекладину. Затем по Заярданию идет вниз до Иерихона. И в Иерусалиме ставит нижнюю точку креста. И вновь через Самарию идет на север до Кесарии Филипповой, верхняя точка, оттуда на Фавор, и вновь перекладина. И трижды перекрестил всю землю обетованную, потому что из Евангелия мы знаем, что Иисус ежегодно приходил в Иерусалим. Аминь. И последний вопрос, который стал уже традиционным. Несколько слов о монашестве. По учению святых отцов, монах, за которым не тянется шлейф всевозможных интриг, клеветы и грязных сплетен, таковой не есть монах. То есть монах должен быть всегда окружен сплошным забором беспросветной лжи. Притом он не имеет права оправдываться. И у него есть только один веский аргумент – покаяние. Аминь. И в заключение хочу сказать, что мы всегда с большой теплотой и сердечностью принимаем все ваши вопросы, которые
можно задавать через интернет моему коллеге и соработнику Дмитрию Ремезову. Дима окончил Костромской университет, а затем семинарию. И сдав кандидатский минимум, в настоящее время преподает философию в той же семинарии. К тому же он один из редакторов епархиального журнала «Хлеб жизни». И он же собирает и составляет вопросы для наших фильмов. Притом снимает и монтирует их. Вопросы же свои можете оставлять в комментариях под фильмом. Благодарю за внимание и до следующей встречи. Аминь. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое во веки и во век века. Сподоби, Господи, день сей без греха сохранить ся нам. Благословение си, Господи, Боже, Отец наш, и хвала. Благословение си, Господи, на